сегодня решили выбраться в Холочеури поехать. Винный дом. Ладненько. Поедем дальше. Сейчас посмотрим, что там за винный дом. Нам много кто рекомендовал его поехать туда. Съездить. А вы ставьте пока лайки, пока вы еще смотрите. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на нас. Если вам, конечно, не тяжело. Спасибо. Продолжаем съемку. Вот река Чорохи. Едем вдоль нее. Горы. Там снег. Посмотрим. Может, удастся покататься нам на саночках. Ладненько. Неудобно мне снимать и вести здесь. Тяжеловато. Я не грузин, поэтому мне тяжело это делать. Остановились на одной из таких фотозон на площадочке. Тут, конечно, классненькие виды. Класс, обалденно. Вот. Река Чорохи. Она тут такая бурная. Там где-то выстрелы слышал охотника. А рыбаков почему-то здесь нету. Не знаю. И должна здесь тоже форелька водиться. Так вот. Класс. Здесь локация на локацию. Вот так вот едешь и везде хочется остановиться. Просто вот пейзажи обалденные. Здесь классненько очень. Это вот водохранилище получается. Там дальше ниже ГЭС мы не остановились уже, потому что ну, тут сильно много мест, где можно остановиться. Вот так вот, посмотреть, тут все останавливаются, тоже все едут, наверное, туда, куда и мы едем, вон и автобусами, классно здесь. Так что проехаться сюда можно, просто даже на пейзажи посмотреть, вон там пляжик, наверное, какой-то на той стороне. Ну, обалденно, обалденненько здесь. Вот так вот, едем дальше. По дороге в Екатеринбургскому винному двору тут такая локация тоже есть, водопад. Обалденно красивый. Каскадами прям так сливается водичка. Обалдеть. Очень красиво. Такой высокий, 30 метров. Водопад. Очень-очень красиво здесь. Поднялись на самый верх тут. Ну почти. Класс. Ага, тут что-то устанавливается. Там штыри стоят. Что-то устанавливается. Для каких-то целей непонятных. Может, какая-то фотозона здесь специальная. Классненько. Папоротнички. Обалденные. И вид здесь обалденнейший. Просто красоты неописуемые. Добрались мы до винного дома. Поедем. Заедем. Посмотрим. Ага, да. Вот такой вот. Тоже встречают. А интересно, есть стоянка здесь или нет? Угу. Где паркинг? Так, сказали нам прямо и направо. А тут охранник сидит. Лежит, спит. Смотрите его. Боже, тут вот такой вот медведь. Привет. Ой, ты какой. Какой ты. Ты кушать будешь? Ну, он, иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Давай, сейчас просто вот на ровненько высыпь ему. Чехур нападут. Будешь? Ну, вон тут как бы ресторан. Тут. Угу. Куры могут. Да, колоритненько.
Это виноградная лоза здесь. Или это киви? Ох, тут как петухи друг друга гоняют. Да, так, пойдем, мы сегодня, наверное, здесь пообедаем, если куриц. Так, у тетя Марины куча этих куриц. Смотри, как тут классно, просто обалденно. Да, локация тут, конечно, классная. Угу. Тут сразу встречают. Ямарджоба. Тут и ресторан есть у вас? Работает, да, сейчас? Я куда его вижу, вот там. Угу. Так, ну, можно мы еще погуляем, а потом ресторан, да? Тут можно погулять. Велосипед. А, нет, дочь, на нем, наверное, нельзя. Нет, не надо. Это для цветочков. Весной сюда цветочки на нее высаживают. Понятно. Да. Хотели у себя садики. Ну, беседки всю тут. Водопад. Класс. А тут кукуруза, смотри, сохнет. Мама еще не видела. Это, смотри, это здесь кувшины зарыты. Кувшины? Да, это горловины кувшинов, здесь зарыты кувшины. И медленно. Угу, тут и водопад, и речка, все тут есть. Ой, ты к нам опять прибежал. Вот это, ну, медведь. Почти как алабай. Алабай, порода собак такая. Кукуруза тушится. Есть терраса, смотрите. Давайте перейдем туда. Пошли. Я первая. Пошли, пошли. А это какие-то пакеты. Я еще никогда не был на террасе. А тут тоже можно кушать? Да, тут тоже. Это ж терраса для ресторана, да. А почему тут не делали ручки? Поднимайся, поднимайся. Тут как крепость, да? И тут еще. Класс. Приветики. Ты обошла по кругу? Да. Это очень прикольно. Да. Ага, водопад, класс. Пойдем сейчас на водопад сходим. Тут другой есть путь. А? Так мы и так снимаем, как мы тут гуляем. Большие кувшины вот такие вот. Кувшины. Они закапываются. Закапываются в землю. И в них хранится вино. Вот такие вот. Да. А ну, наверное. Да. Это вот здесь вот в таких вот вино давится. Есть вот слив. Давится и вино стекает туда. Сок виноградный. Бака, ты что? Все, с нами будешь жить? Смотри, смотри, смотри. Ой ты. Улыбается, улыбается. Так. Давай пошли сейчас посмотрим. Ну да. А это что такое? А это что-то тут пишут. Так. Давильня. Да, приспособление пресс для выжимания сока из винограда. Вот так вот сюда засыпался виноград. И вот здесь давили. И он сок там вытекал. Это видишь там? С да. Винограда? Угу. Я класс. Да, тут и форелька, да. И осетрина, и форель есть. Это первый раз. Можно, наверное, себе заказывать в ресторан. Ресторан. Да, для ресторана. Ты словишь рыбу и приносишь в ресторан. Да, 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 да. Ну, вот, смотрите. Ага. Залы.
Да. Вот тут. Бочки для брожения. Классненько, конечно. Бочки. Дуб. Специальный дегустационный прибор. Можно снимать пробы. Вот так вот. Да, очень интересненько так. Прям как в курине, да? Ага. Что-то еще. А, это выход на задний двор. Я понял. Так. Раз сюда приехали, надо что-то попробовать здесь и трапезничать. Ух ты, как тут классно. Ух. Что там? Это стеклянное что-то. А, все, вижу, да. Сразу не обратил внимания, да. Это флаг, грузинский флаг из бутылок. Разные пробки. Это вот бутылка с бокалом. Да. На камеру лучше видно, чем так. Вниз, подвалы. Там маленький музей есть. Да нет, он новый, кузяк, здесь все построили. Просто... Ой, тут темно. Да, класс. Тут маленький музей, серебряная посуда. Угу. Все аутентичное. Кроме костюмов, наверное. Костюмы, наверное, конечно, уже. Ага, приделки. Приделки, чесалки. Плохо свет. Интересно, очень интересно. Сюда можно как бы съездить, разочек прогуляться. Здесь тоже вот такое помещение для дегустаций. Походу тут всех садят и проводят дегустации. Нам разрешили здесь побродить. Угу, дегустационные столы. Закаточка. Или как в Одессе говорят, закруточки. Пресс. И у нас дома остался пресс. Вот так вот, так, разливное вино. Только где-то огурцы даже. Угу, да. Еще один зал тут. Разжигают, да, камин. Отголоски Советского Союза. Угу. Немецкие швейные машинки. А нет, это... Советская швейная машинка. Подзингер. Вот такой вот. Так, посидели мы, погуляли, вина купили. И поехали мы дальше путешествовать. Это вот мы уже выехали с Аджарии сейчас. Какой-то уже другой регион. Это вот на границе уже Аджарии. С другим я не запомню, как он называется. И тут вот канатная дорога. Обалдеть. Пойдем вниз, спустимся. Ступеньки тут. Проверим, как тут оно. Если туда стрёмненько, так все шатается. Такой вот мостик. И доски тут такие не совсем надежные. Не 50-ка доска. По нему не ходят? По нём еще караваны переводят, не только ходят.
Да, красивенько здесь. Огороды чьи-то и речка рядом. Возвращаемся в Аджарию нашу. Что это? Аджария, не Аджария. Короче, нагулялись мы уже и возвращаемся домой. Безумные грузины нас обгоняют. Мы себе медленько, не спеша. Они вон что творят, тут на серпантинах обгоняют. Короче, как-то так. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Все, всем добра и мира.